И все, привет, дорогие друзья, с вами Димас, Максим, Гусаняк, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем понравилась карта Horror VR, поэтому у нас сегодня очень страшная, прикольная карта, называется Stage 2. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Мы оказались в каком-то месте, и нам надо отсюда выбраться, и будем все спускаться ниже для того, чтобы выбраться. Поэтому ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Ребята, вы готовы пугаться? Да тут уже пугаться можно. Уже стрёмно. Ой, чё с калиткой? Она просто упала. Ух ты, ё-моё! Зачем вы так пугаете? Дёрнулся аж. I need your key. Короче, нам нужен ключ искать, пацаны. Ищем ключ. Придётся тогда вручную. Я нашел ключ! Где он был? Он на кухне, в ящике. Ё-моё! Ну давай, мы тебя тогда тут ждем. Неси ключ. Пошли. Вот пойти. Это мы с тобой именно... Искатели. Ну-ка. Широкие. Ага, значит в другой комнате. Идем в другую комнату. Пошли. Так. Уже зацепка есть. Это хорошо. Я и пассатижи нашел. Так, бери. А пассатижами, наверное, может открыть. Можно бери этот? А ну стой. Давай. О, есть. Пошли. Отлично. Все, идемте. Тихо. Я тут в трех соснах запутался. Открываем. О, открылось. Золотой такой красивый ключ. Он такой большой? Да, пошли. Гигантский просто ключ. Вот так вот все вместе и пройдем. Так, сейчас мы, получается, ребята, запустим энергию и сможем на лифте спуститься вниз. Ну, я так думаю, что так и будет. Ну-ка. Отлично. Так, давай энергию запустим. Стой, стой, стой. Так. Во, во, свет появился. Ну что, пацаны, едем на лифте? Пошли. Ну, получается. Кататься. Главное, чтобы он не упал. Блин, ты сейчас глазишь, так и случится. Я не хочу падать вниз. Да, на каркал. Максим. Во, поехали, пацаны, я вас жду. Нажимайте кнопку, Максим, нажимай. Так не хочется вниз ехать, но чувствую, нас ждет сейчас очень веселое приключение, которое будет нас жестко пугать. Смотрите, опять скелет висит. А, это другой. Нормально выплясываешь, пойдет. Все, нулевой. Давай, танцюрист, открывай калитку. Это нулевой этаж у нас сейчас. Блин, я что-то слышал. А, давайте сначала налево сходим. Так, ой. Ой, это странно сработало. Так это что, патроны у нас? Нет, не могу взять. Во, столовочка, давайте тут посмотрим. Так, куда бы дверь по-любому должна открываться. Так, сегодня у нас на завтрак. Что? Бомж. Бомж. Так, а ну-ка, давай здесь будем чекать калитки. Комната. Блин, это мое отражение, даже немножко боюсь себя. Так, ух ты! Вот твое отражение тебя испугало. Стекло треснуло, видели? Звук такой сразу стрёмный. Так, все. Ой, лопату нашел. Еще куча дверей. Что за симулятор двери? Так, закрыто. Дверь психолога. Ух ты! Слышите? Это пила. Это кукла Билли. Мои. О! Мама, о, зачем моё. Вы так пугаете? Ё-моё! У вас был скример? Да. Дим, я там был за. Я аж глаза закрыл от испуга, если честно. А. Открылось? Открыл. А какую кнопку ты нажал? Асеп, просто пароль, походу, был не тот. Ё-моё. Ух ты! Ё-моё. Что за бред? Вот это, скорее всего. Опа, слышите? Зомби. А, зомби! А за что? Как его убить? Как ты его убил? Ногами по жопе. Ногами по жопе, нормально, пацаны. О.
Так, что здесь? Давайте сразу сюда пойдем. Смотрите, что здесь есть. Берите, пацаны. Магнум. У меня тоже появился магнум. Мощь, ребята. Теперь будем сейчас наказывать зомбачачин. У меня жизни ключ. Не берутся. Я где ключ? Вот он. Ага. Давай я возьму ключ. Зомби. Стреляй. Где? Стреляй, Дик. Да стреляю. Спасибо. Ух, это было стрёмно. Так, вот эту, да, вы думаете? Да. Отлично. Пойдет. Так. И скрим. Давайте посмотрим. Ниже. Еще ниже. Да куда ниже? Вы чего? Стейдж 1. Значит, нам не надо стейдж 2. Все сходится. Карта так и называется. Стейдж 2. Ребята, мы что, сейчас выйдем на улицу? Нет. Стейдж минус 2. Что? Мы на минус этаже. О, что сделал? Я открыл. Я слышал. Я нашел еще магнум. Че, пацаны, пошли? Пошли. Так, охрана. А ну, баллон взорвем. Ой, блин, извини, не хотел. Перезаряжаемся. Ого, она улетела. Так, а чё тут? А, вот дверь, вот нам сюда надо. Пошлите. Ага, а куда идти? Чё за карта длинная, ребята? Очень прикольная карта. Целая история. Отойди. Да мочи его, мочи. Куда мы еще не ходили? Так, там прямо тупик. Прямо налево они ходили. Ну идемте налево, мы тут еще точно не были. Это... Блин, я ж в окно стрелял. Пил окно разбить. Жалко этого добряка. Хороший был человек. А вот замок. А давай попробую по нему стрельнуть. Во! А нет, открывай. Странно. Работает этот замок, отстрелил, но надо ключ. Ребята, очково. Но револьвер меня успокаивает, что у меня есть мощное оружие. Так. Окей, будешь пример? Е! Моё, я так и знал, что будет что-то такое. Фонарик нету, фонарик. На свет. На свет. Я еле иду. Дима, у нас... О, давай, возьму. Воу, это эпично. Я могу так рукой типа идти и светить? Да, у нас фонарик. Ой, тут длинные коридоры. Так оно еле светит. Можно еще назад пройти. Ну сейчас давай мы тут посмотрим. Сюда, Дим, о, там чувак есть. Сидит. А, не могу его, Дим, пристрелить. Дим, тут дверь. Открывай. Ой, блин, посмотри. Ой, это лабиринт. Вот это эпично, когда фонарик надо в руках носить. Еще над головой его держу, чтобы видно было. Что там? Упал. Так, идем. Так. Тут никуда. Как тупик. Ага, туда, наверное. Так, давай. И тут лучше Димасу идти вперед, потому что он светило. Терпило. Не открывается дверь. Эй! Ой! Свети. Давай, Дим, проходи. Надо 16. Головой держать. Сверху вентиляция. Зомби! Дима сзади! Где? Я его не вижу. Нет, его больше. Я его добью на всякий случай. Так, и куда нам надо? Пойдемте прямо. Вообще ничего не видно. Чего ж так стрёмно? Направо и налево. Давайте налево сходим. Вы хоть что-то видите? Да. Труп лежит. Вот, открыть и тут, можно? И тут еще проход. Нет. Тут налево можно. А, ну давай.
Радиус просто 1 метр. Чё оно так слабо светит? Ну тут проход. О, давай попробуем вентиль. Вентиль нельзя открыть. А ну попробуйте вентиль, нажмите на Е. Можно покрутить его? Нет. Тут дверька есть, выломанная. О, а ну жизни можно взять? О, жизни взял. Зомби, зомби! Зомби! Ах ты тварь! Вентиляция опять. Только как туда? Опа! Свет. У меня фонарик заедает. Так, стоп. Ты же не уходи, мы не видим ничего. А у вас ночной режим не работает? Нет. Я вас жду, пацаны. Подожди. Ой, тут вообще мрачно. Я вас жду. Увижуся. У меня патронов нету. А, так вот та вентиляция, о которой я говорил в начале. А, да? Пошли по прямой, мы там еще не были. Идем. Хоть что-то видно, хоть немножко. Так. Блин, эти звуки стрёмные. О! Чё за бред? Так, а да не открывается теперь. Кто-то был. А ну, а, у меня когда револьвер в одной руке. Еще ниже? Да куда еще ниже? Так, идем, идем, идем. Это еще не пролажу. Куда идти? Ничего не вижу. Блин, я бы эту карту одному проходить было бы стрёмно на самом деле. Мы правильно идем? Да. Я не понимаю, куда мы. Показалось. Там мыши бегают. Ой. И кровь. Пошли туда, где кровь. Кровь умеет бегать. А нет, сюда нельзя. Идем сюда. Там смеется кто-то. Да я слышу. Так, подожди, давайте мы тут посмотрим, что здесь. Давай, вот он, пошли, пошли. Да что за звуки? Свети, мы не видим ничего. Ой! Фонарик! О, заработало! Слава богу! Оголимый. Я прозрел, пацаны. Мне кажется, это нехороший бук. Куда бежать? Бежать надо! Где мы появились вообще? Что за длинный коридор? Еще под один скример? Давай, иди вперед. Патронов нет. Спасибо, вы очень добрые, я знал. Ничего, у меня есть монтировка. Ничего нет. А, я думал, ничего нету. Тут поворот. Так. Все в крови. Заметно. Ой, я не могу идти тут быстро. Вы тоже? Заметно. Смотри, чувак, это заставка. Исчез. И дверь закрылась. О, выход. Да ладно. Неужели? О, давайте, пацаны, будем на лифте подниматься. Вы готовы? Да. Ой, прикольно, прям рукой надавил. Еще ниже, вы чего? Куда ниже? Я не хочу ниже. Я хочу выше. Давайте посмотрим вниз. Ребят, там прям пропасть. Там нету конца даже. Сейчас босс будет. Давайте монтировку берем. А жизни надо? Нет, жизни не надо. Ну все, пошлите, у всех по монтировке, будем сейчас гасить. Ого! Это тут мужик. Ау, больно. Стреляй по нему, нет. Стреляй, я боюсь нет. Его. Убил Максима. Стреляй, стреляй. Вот патроны. Я могу, я, кстати, тоже могу стрелять. Где мой пистолет? Все, у меня тоже есть патроны. Красиво, ребята, мы его сейчас замочим. Я так не хочу умирать. А! Отвалите! Да иди ты в жопу!
Ребята, вот это жесть. Так, надо, короче, босса мочить, тогда все исчезнет. Попадаю, попадаю, четко. Максим, ты взял патроны? Бля, я стреляю по нему. Я тоже стреляю по этому челепиздрику. Отвали! Блин, я его боюсь, в VR стрёмно! А, у нас же бесконечные контейнеры, да, будут, пацаны? А, ну тогда можно так играть. Да хорош, ты чё? А! Да ё-моё, я тут чё, я сразу? Да твой, ты слышишь, ты морда? Да чё меня мочит одного? Мы его убили? Нет. Стреляем. Поехали дальше. Сколько у него жизней? Я попадаю. Все четко. Отрабатываем, пацаны. Мы его сейчас замочим. Осталось немножко. Потому что магнум очень много дамажит. Убили? Убил. Если вам понравилась эта серия и этот хоррор, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.